1920 году будущему писателю Юрию Домбровскому было 11 лет. Он родился в мае 1909. Пройдут годы, и он вспомнит эти полтора года в Самаре на Волге. Вспомнит и расскажет о них в своих произведениях. Об одном из них мы тоже расскажем вам, но чуть позже. Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».